Всем привет, с вами я, Илья Аморф, и мы продолжаем проходить на Final Fantasy 12. В прошлой серии мы убили одного из больших каменных големов под названием Голиаф. Мы нашли этого монстра в Набудис. И, соответственно, сейчас мы делаем ТП Набудис Дедлендс, чтобы убить второго, менее сильного каменного голема, который называется Роблан. Я думаю, не составит труда и нам найти его. Главное, то, что нужно тут сделать, это найти, конечно, руну. Точнее, не руну, а урну, в которой будет карта этой локации, Dead Lanes. И, соответственно, уже будет нам с картой полегче найти монстра, да, и вообще ориентироваться по местности, скажем так. Монстры тут такие довольно, ну, как бы нормально, да, и как бы если они нам не то что по уровню, мы даже сильнее. Так, это элементал, с ним лучше не связываться, потому что кидает очень сильную магию, может убить. Два копейщика дерутся. Забавно смотреть с стороны. Так. Есть тут переход, и есть, соответственно, здесь очень, ну, большая туманность такая на локации. То есть почти ничего не видно вдали. И это придает такую-никакую атмосферу локации самой, ну, как бы игре целом. То есть можно ее даже прочувствовать. Так, что по поводу того уровня у нас? ПНЛ 46-го. Нужно ее прокачивать. Так, снимаем. Оставляем 47 уровни. Потому как уже все 48. И это довольно-таки хорошо. То есть радует, что мы с вами. Ну, я бы не сказал, что быстро набили этот уровень, но пришлось попотеть. Вроде и чувствуешь, что только вчера ты был 30 уровня, а уже 48. То есть уже приятно. И, естественно, на ступеньку выше монстров. Тем не менее, монстры тоже не из робкого десятка. Доставляют проблемы. Особенно маги, которые кастуют все время магию. Причем жесткую. Так. Это у нас. Ну, вот такие. Хорошая гора, нету тумана, туман всех, все весь на низу, и чувствуешь себя как будто по-новому. Мне кажется, что где-то вот здесь нам можно с вами пройти к монстру, который называется Роблон. Вот. Вот как именно это сделать, даже без понятия. То есть, возможно, нужно нам еще побегать по локации, по всей посмотреть, и тогда мы уже с вами найдем этого монстра.
То есть не нужно делать выводы, если мы не нашли. То есть в локации, скажем так, впервые не нашли этого монстра, я думаю, все будет. Крусейдер, такие сложные скелеты, много хп. Хорошо атакуют. Больше ничего не скажешь. Но тем не менее оно того стоит. Кстати, а лук я у Фран нацепил или нет? Или у Чибоу? Такое ощущение, что нет. Так, Волкана, что это? Хэндбомб. Холи Лейнс. 40, так. Такое ощущение, что я покупал какой-то лук и не надел ее, его Фран. Ну ладно. Или может я не покупал. Ладно, проехали. Хорош. Да, Радоса фокусят. Наносят ему неплохой дамаг. И выносят. То есть, если посмотреть, то Радос уже тут слаб. Но вот эта локация, она как бы не сюжетная, да, она, можно сказать, дополнительная. То есть тут, по сути, по сюжету мы даже не ходим еще. Так, куда же идти? Там есть еще один путь. Вот сюда какой-то мостик. Возможно, то есть непонятно. Эти два пути, они что, идут на одну подлокацию или как? Понятно, ну ладно, сейчас мы все разберемся. Облазим, во всяком случае, всю эту локацию, чтобы найти монстра. Потому что я не зря сюда пришел. Так, переход. В порядке вещей уже стало натыкаться на ловушки. Ничего тут удивительного. Эликсир. То есть тут у нас ничего нету. Хотя я думал, все-таки в зарослях мы что-нибудь найдем. Пожалуйста, далеко не так. Так, смотрим еще раз на карту. То есть, да, ведется все это сюда дело. Вот единственное, что здесь, видите, там чуть-чуть не видно в правой части. Возможно, там тупик. То есть, довольно-таки локация в плане ориентировки сложная, потому что и туман, и заросли, и не знаю, где этого монстра найти, и психуешь, здесь все это здесь есть, и я думаю, так должно быть. Наоборот, как бы подогревают интерес людей, и локации тут разнообразны. Скелеты такие сильные, трудно пробиваются. Когда у меня был 70 уровень, когда я первый раз играл,
или второй пик проходил, то я их выносил пару ударов и их не было. Но сейчас, когда у меня уровень даже не 50-го, да, без двух уровней, то есть довольно-таки сложновато это сделать. Так, смотрим еще раз. Так, это возвращение. Не знаю зачем. Сделали два перехода на одну общую подлокацию, без понятия. Возможно, что-то есть тут. Возможно, как-то эти дороги. Не зря их сделали туда. Не, ну это фарм уже, ребят, давайте быстрее запустим эмулятор, хотя не получится там быстрее запустить, ускорить процесс. Не, не получается. Это печально. Нужно, значит, фрапси выставлять 120 FPS, и когда я буду фармиться, будем так делать все по скоростному режиму эмулятора. Так вот, мы зашли на какую-то подлокацию. Так, смотрим. Так, сейчас подойду. Кристалл. А, урну мы так и не нашли. Это чувак, который... Мист. То есть тут есть эспер. Вайо. Кто ты? I am man. Ага. Насколько я знаю, он нам какой-то медальон дает. О, 100 FPS стало, все. Нормально, сейчас мы будем это по-быстренькому проходить, чтобы я вас не мучил. Вот. Потому что, конечно, замедляет. Замедляю все, замедляю. Но время не уходит. Это будет внутри, если я буду делать что-то. Так, то есть это возвращение с Аликавуд. Можно туда вернуться и посмотреть, есть ли там такой монстр, как Карот. Это один из монстров, на которого мы хотели делать охоту, но так его и не застали. Согласитесь, так быстрее, экономит время, и я экономлю время. То есть смысл растягивать на 300 серий, если в итоге как бы никто не смотрит, а если так фармится, то это пипец, сколько будет времени много. Так, мы не туда зашли, по-моему. А, по-моему, здесь он, монстр. Да, он здесь. Не, здесь даже, здесь. Фрапсом, конечно, немного кривовато работает. То есть FPS 150, то 100. Сейчас ровно 100 FPS. Это не читерство, это включенный спидхак. Хотя, как бы, спидхак и есть читерство, но... Этот плагин, он по умолчанию устроен в эмулятор. Довольно-таки имеет гибкие настройки, легко настроить, но нужно знать, именно для какой игры его полезно включать, а для какой нет. То есть, ну, это такой технический вопрос, я, да, говорю.
потому что некоторые игры, когда включаешь спидхак, там появляются артефакты на экранах, и довольно-таки плохая картинка выходит в итоге. Так, мы опять не туда пришли, да, с вами? А, все. Все, уже туда идем. Идем, идем. Я думаю, сейчас Карат появится, и мы его убьем. Монстры, я думаю, не сильные, но попотеть, я думаю, придется нам. Локации не нужно, под локацией не нужно никого убивать. Странно, он должен быть появился здесь. Быть. Не знаю, почему его нету. Потому что я уже и так, и сяк, и нету его. Туда и сюда, то есть, понимаю его. Почему-то, это печально, конечно, то, что его нету, это... Возможно, нужно заюзать только фран, мне кто-то писал в комментариях. Давайте попробуем так и сделать. Он должен быть вот здесь, вот. Его нету. То есть бегает и Виера. Это означает то, что он 100% здесь должен появиться. Видите, ее здесь нет. Получается, да. Даже без понятия. Ладно, нету и нету. По 100 раз, честно говоря, надоело возвращаться. Так, надо бы к кристаллу выйти нам. По 100 раз туда-сюда, туда-туда. И нету. Да что ты будешь делать, а? Ну, нету, так и нету, ладно. Значит, сегодня не судьба, опять же, мне его таки убить, с ним встретиться, ну... По-любому встретимся. Так. Блин, вот я так и не нашел того робола на монстра. Deadlines. Сейчас мы это сделаем. Так, идем убивать. Сейчас сделаем опять такое локацию. Нам раз Deadlines. Давайте сейчас заглянем на карту. Так. Быстро и безболезненно. Справляемся с монстрами. Так, байл какой-то. Болото, вот такое ощущение, что дорожка, она где-то вот здесь. Болото, ужас, сколько надо. И тут вот эта, кстати, локация, она связана с рыбалкой. Когда мы получим... когда мы будем второй раз сражаться с Гигамешем. То есть мы сможем с ним сражаться, то есть мы его убьем. Мы придем сюда и еще, кстати, с ним раз встретимся.
Это нужно, чтобы вы хорошо нажимали на кнопки, то есть нужно рыбалку развивать, да, то есть уровень рыбалки. И при этом у вас будет пустая бутылка, и вы с помощью ее наберете воду. И потом будет, по-моему, какая-то сценка. И, по-моему, будет даже босс. Босс не будет. Будет, наверное, предмет. Скорее всего. Так, я не вижу тут без секретной дорожки здесь. Она должна быть здесь. Просто обязана ее быть. Вот она, все отлично. Так, вырубаем. Спидхак. Останавливаем нашего Паша. Тут, кстати, вот это на локации, на вот этой можно хорошо прокачаться, потому как тут почти, можно сказать, бесконечное число скелетов. И экипировал одну там вещь на экспу. Вы можете тут заработать за час где-то до 1 000 000 экспы, то есть быстро прокачаться. Что я и буду делать здесь. Это будет актуально. Это будет даже отлично. Таким образом мы быстрее прокачаемся. Чтобы не делать 300 серий, например, но фэнтези, мы будем включать эмулятор. Ну, как мы только что, да, бегали, то есть на спидхак, и будем быстро фармиться. Скелеты, зомби, тоже какая-то. Урну мы так и не нашли с вами. Это печально. Я думаю, мы ее найдем. Хотя я всю локацию сбегал. Не видел ее. Печально. Я думал, что она здесь. Прям бываешь, заговоришь, завидишь, да. Тут раз она и находится. То есть на охотника и зверь бежит. Нам кастуют. Это у нас дальше, да, он походу будет у нас. Главное, чтобы он появлялся вне зависимости от погодных условий и тому подобное, чтобы мы его не искали. Да, много скелетов, и вправду. Хотя это еще не конечная подлокация. Вот это сейчас будет конечная подлокация. Возможно, тут еще больше. Так, вот он, видите, дальше. На карте отмечена точка. Такая жирная, оранжевая, смотрящая на нас. Офигеть, и всем блин кинул. Вот мразь, а. Блин, а тут не пройти, я вам скажу. Какие-то с такими темпами хер. С маслом. Они еще кастуют масс магии, это просто пипец.
них нету гамбита с вычухивания от плиты. Получается, всех нужно лечить. Так у Мариса больше. Сейчас подлечимся. Так. Блин, да на всех накидаю. Ну я только сейчас накидаю эту штуку, а меня опять заморозил. Так, нужно кого-то убрать. Вашу убираем, Вана. Тут Ван подойдет. Скелетов будет щелкать на раз. Это нам нужно. Ну и, соответственно, левел аж у нас нормальный. То есть, не знаю, кто отстает, это поняло. Поварова. Так, будем по одному, наверное, убивать. Хотя, видите, он не дает убить, парирует. Это довольно таки атаковать, конечно, сложно. Ну кастуй берсерк. Блин, еще пока кастовать. О, все отлично. Куда ты, дурочка, побежала? Лять, куда она удалила? Да. Зад. Какого она? Знаете, так она побежала, и никто из клетов даже не восстановился. Фу, хорошо. Вот туда то, что надо, с копья мы подъем. Отлично, чейн левел. Да ну как вы здоровы, а? Этот голем, он более, скажем так, слабее того, с кем мы сражались до этого. То есть голем, который набрался, был не Крахолов Набудис, да? То есть этот легче. Сейчас мы посмотрим, насколько. По-моему, нужно эту штуку выставить, чтобы она всех лечила. Чтобы всех, каждый лечил, когда эту штуку кидает, блин. То, что я запарюсь сюда заходить, если у меня так будет делать. Так, Эдзер нужно юзнуть на меня. Лихая Эдзер, в принципе, без разницы. Чтоб я восстанавливал их. Так, давай под нами. Пускай берсерк, сейчас пойдем. Все, с богом. Видите, легкие, да?
думал, что он вообще там чуть ли не повелитель. Но он вообще легкий смотрит. Не убиваем. Естественно, это заслуга Лана. Вообще моя. Шокопье. Мы достали. Все, отлично. Бай-бай. My love. Фух. Убили роба. Отлично. Хорошо. Прикольный квест. Непонятно, тут такая дверца. Подала 48. Блять, я не появляюсь, появляюсь. Пропадаю. Рана гулит. Так, за Шанхай Фарс. Возможно, вот эта вещь, вот эта штука, она как-то взаимодействует с Эспером. Возможно, что-то тут нужно сделать, что-то. Так, в принципе, все на этом, дорогие друзья. Давайте на этом остановимся. С вами был Игорь Дианов. Удачного дня, пока-пока.